Доброго времени суток, подписчики моего канала. Это мое новое интересное видео. Многие зрители спрашивали, чтобы я его сделал. А именно, изготовление самодельной соляной кислоты. В одном из своих видео, а именно, как получить золото при помощи домашних средств, я пообещал сделать такое видео, если будут просьбы такие со стороны зрителей. Ну и много кто у меня спрашивал, уже писали в личку, сделай такое видео, как ты делал соляную кислоту. Вспомню прошлое свое. Это было так давно, что даже прям ретро какое-то, воспоминание. В общем-то, будем делать в банке. Почему? Потому что крышка прямая, в общем. Если бы у меня была специальная колба, которую я просто не хочу покупать, такая конусная, вы знаете, бывает, лабораторная. В ней, конечно, лучше делать, но я ее не покупаю, потому что ее мыть плохо. Из-за того, что горлышко узкое, часто вот эта зараза налипает, муть какая-то, знаете, это надо кислотами промывать. Это затратно, я не покупаю такие колбы специально. Когда кипятишь потенциальный материал, выделяется всякие какие-то белые осадки, которые налипают на стенки, поэтому не пользуюсь такой посудой. В этом стакане не будем делать это дело, из-за того, что у него неровная поверхность вверх, оно как-то все овальное такое, и еще горлышко сюда уходит. Крышку приложишь, то есть сюда будут пары выделяться, поэтому попробуем в банке. Когда-то делал, вот и вспомню прошлое. Это очень давно было, лет, наверное, 5 назад я занимался, я тогда еще не снимал ничего. Сделал вот такой вот, это самое главное, вот. Вот такой вот взял от старого пылесоса шланг пластиковый. И вот такую воронку поломанную, ту, которую я часто показывал, она мне, короче, накрылась за это время. Там конец ее, кончик лопнул, я это все срезал, что не надо. Жгутиками затянул, сюда ее засунул, вырезал нужный диаметр, этими жгутиками обтянул, чтобы все плотно прилегало, чтобы сюда пары не выделялись. В общем, сюда наберем электролит сейчас, который я купил, две бутылки, и выпарим его как минимум наполовину и даже еще чуть-чуть, чтобы концентрация, плотность увеличилась кислоты. Сюда она вот так вот прикладется. Когда электролит выпарится, насыпим соль, сразу быстренько прикладу эту крышку, так называемую, самодельную, которую я собрал на быструю руку. И заранее я подготовлю такие липучки, сделаю хвостики, скотчем, в общем, временно прилеплю. Пойдет для такого обзора. Конечно, я говорю, лучше использовать конусную колбу, но у меня ее нету. Брать ради одного ролика я тоже не буду. Собирать кислоту будем в этом стаканчике. Нальем немного воды, ну примерно вот так нальем. Почему такой шланг использовать лучше? Он широкий, пары будут хорошо сюда уходить, и кислота соляная будет сразу же конденсироваться в воде, которая здесь будет. Сейчас начинаем выпаривать электролит в банке. Так. У нас вот такой электролит продают в таких вот бутылках, как будто из-под кока-колы какие-то, но это настоящий электролит, то есть не сами разливают, а так, что она плохая бутылка, выкину ее, помятая, и это тоже. То есть это не сами разливают, видно, что крышки пломбированные, то есть просто такое делают, продают. Но что-то этот электролит мне не совсем нравится вот в таких бутылках, он не такой качественный. Вот этот я, который покупал, намного лучше. Получше, чем это. Ерунда. Так. Фломастер понадобится. Вот я набрал сколько электролита. Вот. И черточку можно поставить примерно вот до этих пор чуть-чуть ниже. Ну, буквально немножко. На сантиметр ниже, чем я налил. Выпарить надо электролит со второй бутылки. То есть еще наливаем и выпариваем до той черточки. А потом за это время, пока он будет выпариваться,
я подготовлю все остальное. Много готовить чего не надо, только набрать воды, где-то 200 миллилитров наберем, этого хватит. Получится 200 миллилитров такой 20% соляной кислоты из двух бутылок вот этого вот электролита. Ну, в принципе, можно 300 давайте наберем миллилитров, лучше будет. Она будет такая очень хорошая кислота, крепкая, должна дымить даже. При синтезе кислоты, возможно, вот я наберу 300 миллилитров воды, в колбе может за счет того, что соляная кислота образуется, повысится количество кислоты, может оказаться 400 к концу процесса. Пары-то будут и испаряться, и туда конденсироваться. То есть увеличится объем потом общей кислоты. И вот небольшая информация, мои друзья, которая будет фаза следующее мое видео. Следующее будет золото из камня. Я там нашел при помощи GPX-а один камень, который с ним реагировал. Буду проводить такие анализы. Там пирит, и подозреваю, что может быть золото. А этот камень я нашел вообще просто на речке. Тяжелющий, как не знаю кто, как кусок металла. Раздробим его, и в паза следующем видео все растворим. При помощи обычной соды все это восстановим, соль. В общем, я покажу процесс. И попробуем сплавить, как я уже показывал, где искал золото и спирита, где его намывал. Только уже более таким чистым методом. Кто знает, может, здесь есть золото. Это будет тоже такой интересный эксперимент. Мне достаточно найти даже немножко его, чисто для вида. Для анализа, для примера хорошего. Я не гоняюсь за ним, как сумасшедший, на клондайке, знаете. Бегу прямо и теперь начну искать все камни подряд. Нет, это просто такие поиски, обзоры. Могут быть и неудачи, и, скорее всего, их будет больше. Но буду рассчитывать всегда на успех. И вам желаю того же. Вот такой вот шланг, в общем, вы поняли. Пошире берите, узкий не берите. Тогда пары плохо конденсируются. И процесс проходит медленней и хуже намного. Вот так вот сейчас это буду выпаривать. И собирать пары соляной кислоты, которые будут выделяться. Перед тем, как начать синтезировать кислоту, насыпем соль. И дальше я все покажу. Так, надо песочек установить ровненько, чтобы равномерно был. Насыпать в случае чего, иначе банка лопнет. У меня уже было. Я очень сильно надеюсь, что сейчас такого не произойдет. Но у меня не при синтезе соляной кислоты банки лопались. Да я материнские платы растворял раньше в банках. У меня такое часто было. Столько растворов я перелил тогда. Не раз, в общем-то, лопались. Ну, такие банки вообще качественные. Если сюда ничего холодного не добавлять, сильно ее так не охлаждать, не деформировать, ничего там. А я имею в виду не приливать резко холодную воду, чтобы не повело стекло. Шансов, в принципе, больше, что она не лопнет. Песочек вот так вот посильнее раз. На выпаривание уйдет где-то... Часа 4 уйдет как минимум. Но это хороший способ изготовить самому соляную кислоту. Почти 500 миллилитров. 400 миллилитров должно получиться из двух бутылок. Причем достаточно хорошей концентрации. Все, на плитку установил. Крышкой накрывать не надо, пусть выпаривается. Сейчас включаю плитку, и она начинает у меня выпариваться. Включаем плитку. Так, плитку включили. Я вот подготовил полстакана соли. Налил воды 300 миллилитров. Пусть электролит теперь выпаривается, а дальше я все буду показывать и рассказывать, что там будет происходить у нас. Прошло немного времени,
на так называемую самодельную крышку из этой старой воронки я приклеил вот такие вот хвостики из-под обычного скотча. Это нужно для того, когда выпарится электролит и я присыплю соль, начнут выделяться соляно-кислые пары. Нужно будет быстро закрыть крышку. Я ее прижму, приклею их, потом хорошо обмотаю скотчем вокруг, чтобы она держалась. Для одного раза так подойдет. И на приемной колбе сделал вот такую вот тоже крышечку из-под обычной пластиковой бутылки. Вверх срезал этой бутылки, вот такой самой обычной, сделал вот такую вот дырку. Сюда шланг вставится, и соляно-кислые пары будут собираться в этой колбе. Набрал 300 мл воды. В общем-то, шланг сюда легко вставляется. Здесь сильно герметичность соблюдать не обязательно, потому что они там будут хорошо конденсироваться. Я уже знаю, то что делал кислоту эту. Вот так, ребята, баночка лопнула. Но ее трогать лучше не стоит. Плитку отключаю и аккуратно сливаю шприцом. Зараза. Если вдруг, мои друзья, такое у вас тоже произойдет, а это, скорее всего, может произойти, поэтому я этим банкам не доверяю. Сейчас буду тогда кипятить в лабораторном стакане. Ни в коем случае не снимайте банку. Она лопнула вот, но она пока целая. Если вы ее тронете, все вот это выльется на стол. У меня такое было. И вот так вот лопалось, и приходилось вот так вот все переливать. Раствор только подогрелся, и банка лопнула. Вот таким методом, шприцом, аккуратненько все обратно переливаем. Пока еще я ничего не пролил сильно. Чуть-чуть кислоты испарилось. Зараза, пары эти серные. Вот так вот я все сейчас буду переливать. Аккуратно. Так, весь электролит практически перелил. Дно держится. Чуть-чуть осталось. Вот так вот. Аккуратно. Ничего не пролил. Чуть-чуть начало капать там. Вот, стандартная причина. Видите, дно лопнуло. Оно чуть-чуть до конца не успело. Но еще бы немного, и банка бы практически вот этот весь верх бы отделился бы от дна. И могла бы полететь. То есть... вода бы, электролит вылился, и все вот это бы залило здесь. Все, и на пол, и плитку, и все. В общем, в банках не рекомендую вам растворы греть. Вот яркий пример, что могло бы произойти. Итак, заставило повозиться. И лишний раз эти пары вредные вдохнуть. Только в лабораторной посуде, которая не боится этих перепадов. Сюда все перелил шприцом аккуратно, почти 2 литра раствора. Он еще даже не начал, только подогрелся, и такое произошло. Можно включать плитку. Так, здесь вот сейчас почти 2 литра. Выпарим, знаете, вот ниже цифры 1000, то есть до 1 литра. Ну, может, чуть-чуть под цифрой, чуть ниже цифры 1000. Это будет почти больше половины. Нормально будет. А с крышкой я придумаю пока. Вообще, под банку уже рассчитывал, сделал ту. Но я кое-что тут придумал. Я это потом покажу. Пусть пока выпарится для начала это. Катастрофу пришлось избежать, лишь потому, что я вовремя все это заметил.
Так, вчера я весь день выпаривал этот электролит. Вот, выпарил чуть ниже отметки вот этой вот в середине. Планировал до нее выпарить. Сперва до 1000 планировал, до 1 литра. Потом решил до отсюда выпарить. Но выпарилось даже чуть-чуть ниже. Электролит стал густой, как кисель такой вот, маслянистый какой-то аж. Видите, густоватый. Так как не получилось с банкой, там вверх горлышко прямое, а здесь, видите, оно такое все конуснообразное. Пришлось вот такую пластиковую типа крышки вырезать и скотчем обмотал вокруг. Сделал такую дырку для того, чтобы сейчас насыпем соль и сразу приклеим быстренько вот эту вот крышку прямую. Тоже обмотаю скотчем и включу плитку. Но сперва сейчас шланг воткнем сюда, в приемную колбу, чтобы уже сразу подключилось все. Потому что как только соль насыпем, реакция может пойти такая, достаточно сильная. Так, берем нашу колбу с водой, то есть стаканчик, я так называю. Вот сюда втыкаем вот так вот. Ну вот. До отсюда нормально. Чуть-чуть сверху, над водой. Так, сейчас насыпаю соль сюда. И должны сразу начать выделяться соляно-кислые пары. Но раствор еще холодный, потому что я плитку не включал. Поэтому надо быстренько все сделать. Так, аккуратно. Вот так вот все получилось у меня. Интересное приспособление. Включаем плитку. Процесс ускорится очень быстро. Видите, раствор пожелтел. Это уже соляная кислота образовалась. Сейчас при нагреве начнут выделяться пары соляно-кислые. И в приемной колбе начнут оседать в воде. Так, прошло всего 5 минут, дело пошло, раствор еще вообще холодный, и пары соляно-кислые уже начали выделяться и конденсироваться. Видите, такие разводы как будто вот. Раствор еще, говорю, холодный, но дело уже пошло. В течение получаса он подогреется, и они начнут выделяться куда сильнее. Прошло 10 минут, уже начали выделяться более так активно эти пары. Видите? Вот она, наша соляная кислота. И сейчас все только еще увеличится. Попрет вообще по полной, тут аж дыметь будет. Соляная кислота в любом случае получится хорошая. И достаточно чистая, это я вам гарантирую. Просто надо иметь установку более качественную, сами понимаете. Скотчем пообматывал, это, ну так, это чисто наглядный пример. Самое главное — это шланг. Еще раз говорю,
Пока еще не воняет, кстати. Но пары, видите, как уже выделяются. Вон аж. Как морские такие волны прозрачные. Это газ. Реагирует с водой. Соляной кислоты. Запаха на данный момент практически не ощущаю. Это говорит о том, что пары хорошо конденсируются. Ну, даже с такой вот самодельной установкой можно сделать соляную кислоту дома. Еще одна такая информация полезная. Прошло минут 15, и, как я уже говорил, раствор становится теплым. Прикасаюсь к нему, и он уже такой тепленький. Кислота реагирует с водой, раствор греется. Прошло 30 минут. Самопальная установка держится нормально. Сильных паров наружу не выделяется. Только вот из приемной колбы чуть-чуть выходит сверху. Это понятное дело. Скотч держится пока что. Я боялся, что он отклеится, потому что тут же греется раствор. Электролит наш. И вот этот раствор начал так греться сильно. Наверное, сейчас буду охлаждать все-таки. Чтобы не было сильного выделения вот этих паров. Так, я установил такую вот кастрюлю. С водой буду охлаждать. Соляная кислота продолжает выделяться. Так, чуть больше часа я синтезировал соляную кислоту. Больше соляная кислота не выделяется. Процесс завершен. Так, сейчас перельем вот в такую вот стеклянную бутылочку. Эту соляную кислоту, которую я получил. Раствор греется, но пары уже не конденсируются. То есть раствор перестал собирать соляную кислоту. Значит, выделяются уже просто пары. Пустые пары. Так, теперь главное этот шланг еще вытащить отсюда. Зараза. Вот это вот сделать тоже не так-то легко. Знаете что, лучше вообще ее вытащить целиком, вот эту штуку. Наверное, вот так вот раз. Все. Шланг ребристый, поэтому трудно вытащить меня. Скотч приклеил. Хорошо держит. Как бы там ни было. Так, все отлично. Аккуратненько. Так. Ну вот она наша желтоватая такая. Получился, смотрите, желтенький раствор. Кислота дымит. Запах идет сильный. Такой зеленовато-желтоватый цвет. Вот она, наша соляная кислота. Переливаем ее вот в такую вот бутылку. Так, сейчас
и проведем ей испытание. Кислота получилась 15,2%. Ну, перелил. Кстати, вес у нее увеличился, стала такая плотненькая. Открываем крышечку. Так. Вот сколько у меня получилось кислоты. Я сейчас сниму камеру, и мы проведем ей испытание. Ну, проверим, что она растворяет железо и так далее. Ну, то есть пары не вступают в реакцию с обычной водой. Но чуть-чуть продолжает выделяться кислота по-прежнему. Но очень мало. Почти нету. Можно ее собрать, остатки, при помощи обычной воды. Пустой. Еще минут 20 можно так пособирать, но там практически уже ничего нету. То есть час 20 у меня грелся раствор, и я собрал по максимуму пары соляной кислоты. И получил соляную кислоту 20% где-то. Продолжает дымить слегка. Так, прошло немного времени, давайте проверим соляную кислоту самодельную. Наливаем чуть-чуть, пойдет. Она чуть-чуть дымит. Ну, берем кусочек алюминия, к примеру, и начинает реагировать. Видите? Она еще не сильно, конечно, такая крепкая, но чтобы растворить золото, пойдет. Так, берем кусочек железа и кидаем сюда. Тоже начинает реагировать. Видите? Выделяется хлорное железо. Растворяется, ржавчина растворилась. Ну так побудет, и раствор станет такой зеленоватый. Что железо растворится. Вот оно начало растворяться уже. Вот этот раствор, кстати, который остался, он остывает сейчас у меня. Его можно разбавить водой и добавить туда азотной кислоты и запросто протравить в таком растворе материнские платы. Там растворится все, в том числе и золото. А потом уже восстановить железным купоросом или пиросульфит натрием. Этот раствор соляной кислоты, который я получил, можно использовать для изготовления хлорного олова. Его разбавлять не обязательно, он такой средний, само как надо. Также можно растворять чистый осадок золота. Кислота, ну где-то я сказал, процентов 15. Ну вот и все, ребята. На этом конец. По многочисленным просьбам я сделал это видео. Видите, растворяется железо. Раствор окрашивается в зеленый цвет. Ну, в соляной кислоте железо реагирует не так бурно, как в азотной. Если начать кипятить, начнет шипеть, как карбид. Ну, побудет так определенное время и растворится. Получится такой хороший концентрат железа. Железо соляно-кислое будет, то есть железный купорос. Добавлю напоследок только одно. Эту самодельную соляную кислоту в позаследующем видео я буду использовать. Растворим вот этот вот камень. Ну, сделаем царскую водку. Добавлю настоящую азотную кислоту, купленную техническую. И буду использовать эту соляную самодельную кислоту. Растворим этот камень перитовый, как я уже показал в начале.
и посмотрим, а дальше я покажу. Попытаемся в нем поискать золото. Камень весь желтый, очень сильно такой, даже здесь видно, хотя туча пришла. Ну так, видно желтизна. Ну вот, в общем-то, и все. Спасибо всем за внимание, а на этом конец.